Игры про наемных убийц всегда были интересны людям, и поэтому на игровом рынке их немало. Но тут, конечно же, есть свои фавориты. И одна из самых известных серий игр о киллерах – это Hitman. К тому же она одна из самых первых. Почему же игры про киллеров привлекают обычных игроков? А наверное потому, что это своего рода суперагент, который использует всевозможные приспособления, устройства и уловки, чтобы покончить со своей жертвой. А это интересные приключения. Все игры о киллерах позволяют по-разному прикончить ту или иную жертву, а Hitman предлагает множество вариантов развития событий, конечно же в зависимости от характера игрока. До серии игр Hitman скрытные убийства в основном были лишь частью геймплея, а не его основной фишкой. Ребята из IO Interactive решили создать лучшую игру о киллерах из когда-либо существовавших. Они хотели игроку дать возможность выбирать, и у них это получилось. IO Interactive — это датская компания, основанная в 1998 году. Тогда же она насчитывала пару сотрудников, теперь же их количество перевалило за 200. Компания была создана выходцами из двух других практически неизвестных компаний — Zerainx и Lemon. Поэтому какой-никакой опыт работы у них есть. Почему ребята решили постоянно разрабатывать игры про убийц, неизвестно. Ребята собрались вместе и начали думать о концепции новой игры. Все киллеры и убийцы, которых мы видели раньше в играх и фильмах, были недостаточно хороши, а команда думала создать идеального убийцу. Создать идеального киллера можно только с помощью генной инженерии, подумали они. Так и появился Агент 47, или же просто 47-й. Он был выведен с помощью рекомбинантного ДНК, составленного из самых лучших убийц в мире. 47-й вобрал в себя все лучшие способности каждого из них. Он был невероятно ловким, быстрым, метким и очень сообразительным. ДНК других профессиональных убийц помогали ему быстро принимать решения, которые позволяли ему остаться незамеченным. На затылке у него имеется штрих-код с цифрами 64, 05, 09, 04, 01, 47. Последние две цифры и образуют его имя. Агент 47 работает на сверхсекретную организацию «Интернациональное контрактное агентство». Именно оно управляет киллерами, которые выполняют поставленные задачи. Для создания игры был использован движок собственной разработки Glacier Engine. Движок обладал всеми необходимыми средствами для создания полноценной игры. Также в него была интегрирована передовая тогда физика Ragdoll. В принципе, основные идеи уже были выработаны, и разработку можно было начинать. В конце 2000 года игра уже лежала на прилавках по всему миру. Вышла она 19 ноября. Как и рассчитывалось, игра вышла довольно темной и мрачной, местами даже депрессивной. В целом, она наполнена белыми, черными и другими затемненными тонами. Это придает игре неповторимую пикантность. Графика была довольно хорошей и высокотехнологичной и позволяла полностью насладиться шикарной игрой. Как и сварщику высокого разряда, 47-му присвоили свое клеймо, которое мы можем наблюдать на его оружии и оборудовании. Это переработанный французский символ Fleur de Lys. Он приобрел современный и загадочный вид. Теперь этот знак стал символом всей серии. Сюжет в игре есть. И он хорош, но все же немного банален. На протяжении всех миссий наш 47-й путешествует по миру и ликвидирует разные цели. После многочисленных убийств он понимает, что все эти цели связаны между собой. Все они служили в французском иностранном легионе. 47-й задается многими вопросами. Позже, по заданию, агент попадает в Румынию, где ему суждено убить некого профессора. Когда 47-й настигает профессора, он вспоминает, что это один из ученых, проводивших опыты над агентом. Этот профессор, в свою очередь, сдает другого профессора по имени Орт Мейер. Все действие происходит в психбольнице. Орт Мейер, дабы обезопасить себя, вызывает многочисленные отряды спецназа. 47-й вынужден спуститься в подвал, а вот как раз там он обнаруживает странную лабораторию по клонированию людей. Доктор рассказывает 47-му, что он всего лишь клон, а всех жертв ему заказал он сам, дабы убрать конкурентов, знавших о этих экспериментах.
Ортмейр рассказывает, что 47-й получился слишком умным и непохожим на других клонов, чем доставляет немало проблем. 47-й, конечно же, злится на доктора, что тот его клонировал, и старается до него добраться. Доктор же в ответ спускает на агента армию клонов 48-й серии, которые практически не имеют разума. В итоге 47-й все-таки настигает профессора, и тут нас ждет одна из двух концовок. Или агент убивает доктора, или же доктор бьет агента шокером, и тот просыпается в неком помещении. В игре действует уникальная стелс-система, пользоваться которой игрок просто вынужден. Идти и всех убивать здесь не получится, ведь врагов много и они сильны. Для этого 47-й переодевается в одежду убитого им человека, или же использует другие уловки. Убивать в игре можно как с помощью огнестрельного и холодного оружия, так и с помощью подручных средств, которые в обилии находятся на уровне. Задача любой миссии всегда одна – убить заказанную цель. Можно отравить жертву, взорвать, поджечь, зарезать и так далее. Вы сами выбираете способ в зависимости от ситуации. Что касается нормального оружия, здесь его достаточно много, на любой вкус. И винтовки, и пистолеты, и автоматы. Враги тоже хорошо вооружены и способны убить вас буквально с одного-двух выстрелов. Ну а если вы находитесь на начальных этапах игры, у вас много шансов на победу, ведь 47-й имеет улучшенные физические качества по сравнению с обычным человеком. Плюс у него имеется бронежилет. В связи с этим 47-й может выдержать немало урона, так что местами все-таки можно идти на пролом, ведь согласитесь, это тоже весело. Именно экшен позволял в игре разбавить постоянный стелс. Своей разнообразностью игра и брала, по сравнению с другими стелс-играми. Игра получила популярность, и несмотря на то, что у 47-го 47 хромосом, а 47 хромосом являются причиной синдрома Дауна, ее покупали, распространяли и советовали, ведь это было новое слово в жанре. И сейчас, когда человек слышит о игре Hitman, у него сразу же всплывает образ безжалостного убийцы. С вами был Perpetuum Mobile, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!